Счастливого канона сердцегрева! Надо же, Искорка! Ты все сделала тут так уютно! Мы собираемся вывесить наших сердцегревных кукол. Присоединишься? Это очень мило. Но мы хотели пожелать счастливого сердцегрева до своего отъезда. Мило, что ваши семьи вместе проводят праздники. Представь себе нечто самое прекрасное и умножь на бесконечность. Вот как здорово! Нам пора. До встречи. Можно открывать подарки? Сегодня лишь канун сердцегрева. Все знают, что подарки открывают завтра. Когда мы со Спайком провели первый сердцегрев вместе, он всю ночь мечтал открыть подарки. С тех пор мы всегда открываем их накануне. Это наша традиция. В нашей семье все иначе. И в семье Пинки, наверное, тоже. Верно? Да, конечно. Наверное, каждому свое. Надо идти, пока. То, что я всегда хотел. Книга. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Чудо. Пудинги канцлера Пудинг-Хеда. Мороженое Виндиго в стаканчике. Это так здорово! Не важно, что мы не родственники. Будет классно собрать две семьи вместе. Эпплы и Пай впервые вместе. Может быть, а вдруг мы родственники, а может нет. Я запуталась. Друзья или семья? Главное, что мы вместе. Вы пробовали блины флаг эквестрии? Осенний с черникой. Не говорите бабушке, что я видела. У нее в чемодане куча подарков. Подожди, Сахарок. Ты знаешь, что сердцегрев – это не только конфеты и подарки, да? Ой, это голос скучной сестры-наставницы. Боюсь, что да. Очень давно земные пони, пегасы и единороги не дружили. Ты мне не нравишься! И ты мне тоже не нравишься! Но потом ледяной холод Виндиго почти заморозил все кругом. Пони решили работать вместе, и их дружба прогнала злых духов прочь. Прочь, Виндиго! После победы они подняли новый флаг в честь всех трех племен. Так появилась Эквестрия. Что случилось с флагом? Я не знаю. Поэтому мы завтра будем поднимать флаг? Ага. А сегодня у нас будет традиционный ужин в канун сердцегрева, чтобы вспомнить общую победу наших предков. Мы тоже так делаем. Потом мы подвесим сердцегревных кукол на камин в память о теплоте, которой все поделились в ту важную ночь. Наша семья тоже так делает. А завтра мы откроем подарки. А, мы тоже это делаем. Похоже, Эпплы и Пай все делают одинаково. Конечно, возможно, мы родственники. Эй! Я хотела это сказать! Не говори то, что я говорю! Сама прекрати! Я так рада! Надо придумать слово для моей радости. Может, крышастика? Крышастика? Как будто я должна взлететь на крышу и прокричать, какая это крышастика! А если наши семьи не понравятся друг другу? Мы подруги, Эпплджек! Теперь наши семьи тоже подружатся, если ты меня понимаешь. Если Эпплов умножить на Паев, получится 24 минус существующая дружба плюс 1 для Моты, получится 5, вычесть 21, 19 новых дружб!
так рада видеть тебя, Пинки Пай. И тебя, Эпплджек. На санках вчера хорошо покаталась. А откуда ты узнала? Разве не ясно? Частицы андезита на твоих копытах. Это горная порода. О, она молодец. Как у тебя в школе? Если ты думала, что кварц на вершине шкалы Мооса, то я расскажу тебе про Корунд. Я так скучала по тебе! Как же тут красиво! Пойдемте, познакомьтесь со всеми членами моей чудесной семьи! Все пони, познакомьтесь со всеми пони! Уверен, вы никто иная, как бабуля Смит. Меня зовут Игнаус Рок Пай, сын Фелспара Гранита Пай. А меня все знают, как Клауди Кварц. Пусть провидение пребывает с вами, и вам будет уютно в нашем скромном жилище. Вы как-то странно используете слова. Как вы сказали, вас зовут Иги? Я вас буду звать Большая Мама Ка. Смотрите в глаза, Лаймстоун Пай. Майпа овладеют фермой камней, но я ею управляю. Если меня разозлить... Спокойно, капитан Ворчун. Никто не будет тебя трогать. И хозяйский валун. А, все пони, не подходите к хозяйскому валуну. Вот, ты довольна? А ты, наверное... А это Марбл Пай, моя младшая сестра. На несколько минут младше меня, но для меня навсегда будет младшенькой, да? Она рада с вами познакомиться. О, она желает вам счастливого сердцегрева. Угу. Видимо, Пинки Пай всегда за нее говорит. Внимание! Что я сказала про валун? Я всего на секунду. Вы все устраиваетесь? На втором этаже много места, а потом будет уже накануне сердцегрева! Пока все хорошо, кузина. О, я так хочу попробовать их сладкие рулеты! Это моя любимая часть ужина в канун сердцегрева. А я больше всего люблю шестислойный бобовый соус. Мне тоже нравится. Слушай, Эпплджек, думаешь, тут будет вкуснее, чем у нас? Им придется очень постараться. Но я не удивлюсь, если это так. Вы ждете ужина? Потому что знаете, кто еще ждет? Подсказка я! А как же горячие рулеты и травяной чай? И двойной пирог с начинкой? А шестислойный бобовый соус? У нас каменный суп. Помидоры, томаты, пирог с начинкой, каменный суп. Ужин – это ужин. Я права или я права? Да, знаете, мы примерно это и ожидали. Верно, пони? Ага. Конечно, я просто как расстроенная скрипка. Настрой меня и давай вернемся к ужину. Нам еще камней! Ешь, потом будем подвешивать кукол. В этом я большой спец. Сердцегревную куклу? Хочешь сказать, что этот камень – сердцегревная кукла? Не говори глупостей, глупышка! Наши куклы – эти маленькие части, верно, Марбл Пай? Угу. Наши куклы – камни? А,
У вас нет тряпичных кукол, которых передают по наследству? О, ты загрустила, потому что у тебя странный камень. Взбодрись! Уверена, ты справишься с поиском флага. С поиском чего? Лаймстоун Пай, ты судья. Большой Маки, Марбл Пай, вы первая команда. Эппл Блум и Мод, вы вторая команда. Мапа, вы будете с бабулей Смит. Не считайте себя старой командой. Вы команда 3. А я буду с Эппл Джек, конечно. Возможно, мы кузины. Мы разделились. Может, скажешь, что делать? Все пони знают! Не трогай хозяйский валун! Жуть! Когда три племени объединились и создали Эквестрию, первый флаг был шит Нимбл Тимбл. И поднятие флага стало традицией на Сердцегрев, чтобы вспомнить тот важный день. Да. Но кто поднимет флаг на хозяйский валун? В смысле, на флагшток? Нет, что ты, на высшую точку. И кому же повезет? Традиционно самый юный. На старт, внимание, марш! Пинки Пай, скажи, что тут происходит? Объясню по дороге. О! Я все равно не понимаю. Сегодня днем Лаймстоун Пай спрятала обсидиан. Тот, кто найдет его, будет поднимать флаг. Как же здесь все сложно. А еще эти камни. Ну, а как еще это делать? Не знаю. Надеюсь, остальным пони веселее. Да. Как вы познакомились с Игги? Нас выбрал брачный камень, и мы поженились через 2 недели. Брачный камень постановил, вы должны любить друг друга. И так оно и получилось. Надо изучить вопрос этого брачного камешка. Как вы думаете, есть ли у него на примете фермеры? Без сомнения. А как выглядит камень? Как нечто из быстро остывшей вулканической лавы. А? Ты когда-нибудь мечтала стать камнем? Мне как-то приснилось, что я яблоко. У нас очень много общего в плане превращения в предметы. Картинка? А я искала настоящий камень, Пинки Пай. А это было бы странно. Знаешь, что это значит? Я подниму флаг, а теперь будем прятать подарки. Вы прячете подарки? Конечно. Что веселее, чем получить подарок? Найти его. Хотя их в итоге редко находят. И никто не получает подарки? Обычно нет. Давай-ка разберемся. Вы едите камни на ужин. Пони, которая находит камень, поднимает флаг, но не совсем поднимает, потому что нет флагштока. И вы даже не получаете свои подарки. Ну, звучит не очень, когда ты это так говоришь. А давай представим вот что. Обе наши семьи открывают подарки, поднимают флаг. Представляю, мне нравится. Спокойной ночи, Пинки Пай! Нам надо что-то делать. У семьи Пинки Пай никогда не было настоящего сердцегрева. Она тебе это сказала? Ну, уверена, она это имела в виду. Это их традиции. Да. Я знаю, что у них их традиции, а у нас наши. Но я хочу показать им, как может быть лучше. Ничего себе! Что случилось с моей фермой? Это сердцегрев в стиле Эпплов. Мы все делали по-вашему. Я решила, что можно кое-что добавить. Марвел Пай, ты поднимешь флаг Эквестрии на этом флагштоке, ведь ты самая юная Пай. Май Папай, мы приготовим вам обед, который вы не забудете. И смотрите, мы все получим подарки, их не надо искать! Все, что она сказала. Ведь
Пинхамина Диана Пай, неужели тебе нравится это безумие? Ну, я хочу быть в одной большой семье. А как же то, что мы обычно делаем? Я не знаю. Не заставляйте выбирать. Я не хотела тебя расстраивать. Давайте откроем подарки под флагштоком. Будет весело, увидите. Извини, но ты вставила флагшток в геологический разлом. Хотели уехать. Нам не нужны те, кто влезает в дела нашей семьи. Это просто недопонимание. Я знаю Эпплджек. Она никогда не делала никому ничего плохого. Осмотрись вокруг, Пинки Пай. У меня уйдет много времени на восстановление каменной фермы. И как мы поднимем хозяйский валун, это все ее вина. Тогда это и моя вина. Лучше нам вернуться домой на Яблочную аллею. Может, когда-нибудь мы подружимся. Но сейчас лучше оставить их в покое. А мне не хочется уезжать. Мне нравится Мод. Она милая, когда узнаешь ее поближе. Они все милые. Самый ужасный сердцегрев в жизни. А кто-нибудь видел Эпплджек? На этот раз я перегнула палку. На этот раз я допрыгалась. Пинки Пай? Что ты тут делаешь? А ты что тут делаешь? Я пришла сюда подумать. Правда? И я тоже. Мне стыдно вернуться туда. Твоя семья, моя семья. Теперь все думают, что я глупая. Никто так не думает. Бесцеремонная, агрессивная, злая. Ой, лишнее, прости. Прости, что я пыталась навязать свои традиции. Я не хочу, чтобы ты выбирала между своей семьей и друзьями, любящими тебя как родную. Я надеялась, что мы будем счастливой семьей, но не выйдет. Не говори так. Хотелось бы остаться, но мне пора на поезд. Счастливого сердцегрева. Тебе тоже. Хочешь знать, почему хозяйский валун такой важный? Их пра-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 дедушка Холдер Коблстоун нашел этот валун в гнезде дракона. Валун был старее самого времени. Он построил ферму вокруг него, и это не простой камень. Он всегда приносил им удачу. Это и правда важно. Я так зациклилась на том, что они делали, что даже не спросила, почему они делают все это. Для Эпплджек от Пинки Пай. Кузины навсегда. Ты только что нашла свой первый подарок на сердцегрев. Только Пинки Пай может спрятать подарок в отходящем поезде. Какая чудесная традиция. Остановите поезд! Я тоже толкаю так сильно, как могу. Ой, это безнадежно! Помощь нужна. Эпплы! Что вам здесь надо? Я не пыталась отнять ваши традиции. Я хотела поделиться нашими. Я так зациклилась на том, что надо быть одной счастливой семьей. Думала, что у нас должны быть одни традиции. А надо было изучить ваши и рассказать про наши. И со временем у нас появились бы общие традиции. Простите меня. Пожалуйста. Ну, что вы стоите? Надо передвинуть валун! Я главная! Кажется, это наша
большому Маке счастливо сердцегрева? И ты тоже большой Маке, да? Угу. Да. Ну что ж, знаете, если вы спросите мое мнение, то вы двое, по-моему, чудесные. Йоу-хо! Счастливого сердцегрева! Счастливого сердцегрева, Пинки Пай! Внимание, все пони! Мот хочет спеть сердцегревные куплеты, которые она написала. Да. Первая будет про камни. Они все про камни. Сердцегреву каждый рад, как кальция силикат. Рада, что вы приехали сюда.